spinningline.ru. Рыбку мышкой. Сегодня в нашем обзоре представлен достаточно оригинальный аксессуар от популярного производителя товаров для активного отдыха компании Norfin. Это рюкзак со стулом Dudley, способный пригодиться во многих случаях. Например, на рыбалке, в походе или при выезде на пикник за город. И что очень удобно, в такой модели можно перевозить вещи и использовать ее в качестве сидения. Давайте поближе ее рассмотрим. В сложенном состоянии габариты составляют 54 на 32 сантиметра. Вес равен порядка 1,7 килограмма. Изготавливается рюкзак из плотного полиэстера. Ткань износостойкая и легко очищаемая от незначительных загрязнений. Кроме этого, такой материал придает изделию некую непромокаемость, так что даже попав под незначительные осадки, содержимое должно остаться сухим. Как мы уже говорили, данная модель состоит из двух предметов. Это непосредственно сам рюкзак и прикрепленный к нему стульчик, которые соединены вместе в верхней части с помощью строп и пластиковых пряжек. Небольшой раскладной стул имеет каркас из прочной стальной трубки диаметром порядка 15 мм. Сверху расположено сиденье с мягкой вставкой. В походном варианте сиденье складывается. Максимально возможная нагрузка указана в пределах до 120 кг. С целью обеспечить максимальную устойчивость, внизу привинчены пластиковые угловые ножки. Для переноски на короткие расстояния или для погрузки в автомобиль предусмотрена небольшая ручка. Есть и пара прямых мягких лямок. Они жестко закрепленные, с возможностью регулировки по длине. Чтобы металлические части не давили на спину, имеются два элемента, степень натяжения которых можно регулировать индивидуально. Вверху это вставка из синтетической сетки, а внизу прочная стропа шириной 40 мм. По бокам рюкзака симметрично находятся вертикальные карманы с клапанами на фастексах. Они подойдут для складывания упаковок с силиконовыми приманками, перчаток и других необходимых на рыбалке принадлежностей. А турист уберет в них пакеты под мусор, салфетки или бутерброды для перекуса. С фронтальной стороны мы видим двойное отделение. Внешняя часть – сетчатый кармашек размером 17 на 14 см. Он закрыт обыкновенной молнией. Здесь можно хранить различную полезную мелочевку, которая всегда должна быть в быстром доступе. Однако не рекомендуем складывать сюда вещи, способные запутаться в мелкой ячее и порвать ее. Далее идет более вместительный отсек. В нем найдут свое место небольшие коробки с приманками, упаковки с крючками и фурнитурой, различные инструменты и аксессуары. Основное отделение способно разместить все необходимое, будь то рыболовные приспособления, запасная одежда, инвентарь путешественника или продукты для пикника. Обратите внимание, внутри отделено специальное место под термос с чаем или иную емкость с напитком. Затем все утягивается прочным шнурком и фиксируется кнопочным стопором. Сверху рюкзак закрывается клапаном с парой замков фастексов. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.